Даже в бескрайнем людском потоке встречаются лица, которые неожиданно привлекают к себе внимание. Они излучают какую-то особую энергию, создают вокруг себя ощущение теплоты и уюта, несмотря на высокий ритм и скорость движения. Они непременно оптимисты, борцы за правду, бесстрашные рыцари добра. Именно к таким людям относится и наш герой, а еще точнее, герой нашего времени, причем настоящий. Николай Петрович Бурляев, народный артист России, президент Международного кинофорума «Золотой Витязь», директор Института культуры МЧС России. Список различных регалий и должностей, особенно общественных, может продолжаться очень долго, потому что взвалил на себя Николай Петрович тяжелую ношу – защищать в реальном бою отечественную культуру, кино, литературное и художественное творчество, музыку и даже боевые искусства, основанные на законах добра и справедливости. Все это вместе взято есть не что иное, как основа души человека. Именно бой за чистоту души человека и ведет уже четверть века Николай Петрович Бурляев. 3 августа ему исполняется 70 лет. Но бойцовский характер, умение работать над собой, многолетняя привычка трудиться без оглядки позволяют Николаю Петровичу сохранять отличную спортивную форму. Сегодня, в день юбилея, о Николае Бурляеве и его любимом детище Славянском форуме «Искусств Золотой Витязь», объединившем кинофестиваль, литературные, музыкальные и театральные форумы, изобразительное искусство, говорят соратники нашего героя, люди, которые многие годы находятся рядом с ним на общем поле битвы. Я помню истоку фестиваля, когда Коля Бурляев Николай Петрович, такой худенький мальчик, встал почему-то один, встал при очень большом собрании кинематографистов. Я тогда сказал: друзья мои, я вот хотел бы, чтобы у нас все-таки появился православный фестиваль. Мы же все православные люди, в основном доминирующая наша религия православная, а у нас нет своего фестиваля. Давайте задумаемся об этом. Сколько было криков, сколько шума было, сколько и в то же время организовалась какая-то кучка вот таких единомышленников. И я был один из тех, один из первых, кто был сразу с Колей, с Николаем Петровичем. Он, видите, он воин, он уходит вот туда, где какие-то неурядицы, какие-то конфликты, междоусобицы, межнациональные какие-то конфликты. И фестиваль туда кидает, вот туда он уезжает. Вот Коля, вот это принцип нашего фестиваля. Дорогой Николай Петрович, вот уже почти четверть века нам выпадает большое счастье поздравлять тебя с днем рождения. И этот праздник вдвойне, потому что мы поздравляем тебя и твое детище, которое на сегодняшний день стало самым близким, самым родным, и которое мы ждем с огромным удовольствием целый год. Давай, до 50-летие пока что нашего фестиваля и твоего там 17-летия. Коленька, я хотел бы, чтобы на этом поприще, и не только на этом, у тебя были сплошные успехи, здоровья тебе огромного, сил невероятных, которые требуются для того, чтобы быть впереди, быть выше всех и быть непобедимым на этом поприще, быть самым лучшим другом всего славянского мира. Это высочайшая задача, это высочайшее предназначение, которым ты соответствуешь. Дорогой Николай Петрович, по поводу 25-летия юбилея нашего кинофорума, который вы создали и основали, от имени всех мы поздравляем вас с наступающим 70-летием, желая вам своим просветленным духом идти вперед и золотым витязем сотворять чудеса для всех славян и православных на земле. Спасибо вам. Мы будем следовать за вами и за вашу чудотворную деятельность
современного апостола. Хочется поздравить тебя, Коленька, Николай Петрович, с юбилеем. Ты достойно проживаешь свою жизнь. Стоишь крепко на земле, что ужасно радует при сегодняшнем таком изменчивом времени. Желаю тебе здоровья, счастья. И хотелось бы сегодня многоуважаемого Николая Петровича Бурляева поздравить с юбилеем, с 70-летием со дня рождения. Вы, Николай Петрович, совершаете очень важный труд. Труд по воспитанию людей, которые будут жить после нас. Труд по очищению нашего кинематографа от всякой чернухи. Вы совершаете труд создания русского кинематографа, который учил бы людей нравственным основам нашей христианской веры. И все это, конечно же, важно. Мы сердечно вас поздравляем, желаем многих лет жизни вам, вашей семье, вашим замечательным детям. Очень здорово, что, несмотря на то, что время идет, человек в профессии, человек, который занимается даже большим, наверное, уже вырос в большего художника, не знаю, человек, который уже несет в жизнь такую пестование наших душ. Огромное спасибо. И очень хочется пожелать, чтобы все эти годы, они как-то грузом не стали, чтобы они, наоборот, придавали еще больше сил, опоры, понимания того, что рядом есть люди, на которых можно опереться. И, ну, и как традиционно пожелать здоровья, самое главное. Будь здоровье, дай Бог, тогда будут и силы. В общем, с днем рождения, удачи и все самого-самого хорошего. Глубоко уважаемый Николай Петрович, разрешите от себя лично и от многотысячного коллектива Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям по Пермскому краю сердечно поздравить вас с замечательным 70-летним юбилеем. Пожелать, прежде всего, хочется здоровья, пожелать тепла в доме, мирного неба, верных и хороших друзей, которые никогда не подведут. Хочется пожелать успехов и побед в той очень нужной работе на благо России, то, что вы делаете. Дорогой Николай Петрович, я счастлива нашему знакомству. Цифры врут, это, не знаю, это разве что 7-0 в вашу пользу, но у меня это никак вот визуально, и то, что я вижу вашу колоссальную энергию, вашу жизнерадостность, жизнедеятельность, дай вам Бог силы, здоровья, терпения, вдохновения и долгих-долгих-долгих лет жизни и творения, творчества. Первым, конечно, я очень счастлива, что я здесь. Спасибо большое за приглашение специально для Николая, потому что мы уже более 25 лет вместе, не только на фестивале, это когда мы начали нашу картину, подружились очень. И вы знаете, в жизни остаются друзья, но мне кажется, что они меняются. Жизнь продолжается, и друзья, они где-то пропадают, возвращаются. А это мой единственный друг, который все время со мной, что я всегда мы в связи, что мы себя очень часто видим, разговариваем. И это дружба с Николаем для меня самая важная в жизни. И он меня всегда и помогает, и приглашает. И дружба, которая остается навсегда, несмотря что мир нам хочет предложить. Для нас «Золотой Витязь» представляет такое окно пространства мира, дружбы, хороших положительных эмоций, творчества. Считаем, что вот все это так недостает каждому человеку в сегодняшнем мире, в котором, ну, пока берут вверх совсем другие ценности. Так что Николаю Петровичу, «Золотому Витязу», вообще в его команде желаем успеха, желаем долголетия и благодарим за то, что не забывает о нас, о Сербии. Я специально хочу поздравить Николая Петровича. Я
знают, что в августе у него день рождения, ему исполняется 70 лет. И желаю крепкое здоровье, счастья и новые творческие успехи для него и для этого хорошего фестиваля «Золотого Витязя». Поздравляю моего друга большущего, народного артиста России Николая Петровича Бюрляева с юбилеем, 70-летием. Желаю ему счастья, творческих успехов. Мы всегда будем рады видеть на нашей крымской земле международный фестиваль «Золотой Витязь» и прекрасного этого человека. Какая необыкновенная историческая миссия лежит на «Золотом Витязе»? Это объединение всех нас во имя правды, объединение во имя нашей души, объединение во имя будущего и единство во имя справедливости. Наше движение ширится, и не только Витязь, но и само движение стало нашим национальным движением, нашим достоянием. Солнце встает на краю разоренной эпохи, празднует мир воскресенья и Господа славит. Налиты чаши Байкала и озеро Охрид. Что ж вы столы не сдвигаете, братья славяне? Или латиница цепью сковала нам ноги? Или уже не отцы нам Кирилл и Мефодий? Мы песнеров растеряли на долгой дороге, мы не услышим застолье напевных мелодий. И не поднимется конница наша из пыли, пыли веков, где не знали мы в жизни позора. Мы на одном из перов незаметно испили черную чашу, запретную чашу раздора. Что ж вы в глаза не глядите друг другу, славяне? Память ли нам, дорогие браты, изменила? Может, все же мы словом достойным вспомянем флаги на шибке и стяги в камнях Исмаила. Это не мы поделили народы на расы. Славы сыны, мы сегодня славяне бесславные. Все мы в плену, мы в темнице и собственных расприй. И не смолкает столетия плач ярославный. Празднует мир воскресенья распятой эпохи, нами порушенных веры, любви и надежды. Налиты чаши Байкала и озеро Охрид. Сдвинем столы и обнимемся, братья, как прежде. Много песен в сердце сложили, воспевали родные поля. Без заряда братья мы любили, страна русская и наша земля. Мы с тобой Oh!